Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра. Алла Борисовна немного себе льстит, заявил заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский. Известный острым языком и прямолинейными суждениями, Садальский пообщался с ведущим передачи «Выход в люди» Леонидом Закашанским. Обсуждение звездной пары Максима Галкина и Аллы Пугачевой обернулось неожиданностью. Вначале актер безапелляционно заявил, что его трясет от супруга Примадонны. Станислав назвал шоумена ужасно бездарным, признав, впрочем, что тот умен и образован. После, переключившись на Аллу Борисовну и грядущий концерт в честь ее юбилея, Садальский ошарашил зрителей еще одной новостью. Он раскрыл, сколько на самом деле лет королеве российского шоу-бизнеса. Как выяснилось, роскошной певице, которую поклонники часто просят раскрыть секрет вечной молодости, на 3 года больше, чем она говорит. По крайней мере, об этом говорят подсчеты Садальского. Пугачевой не 70, а 73 года. Вспомните, первая картина его звали «Робот», где она появляется с песней «Робот, ты же был человеком». Ей было там, если верить официальной версии, 15 лет, девочка совсем, а этого никак не могло быть, объяснил артист. Подпишитесь, пожалуйста, на наш канал, ведь мы стараемся делать видео только для вас. Спасибо за просмотр.